Серебряный призер игр в Токио борец-вольник Магомед Хабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator. Как сообщает пресс-служба второго по значимости мирового бойцовского промоушена, 28-летний спортсмен заключил эксклюзивное соглашение на несколько лет и дебютирует в этом году. Напомним, Магомед Хабиб Кадимагомедов на Олимпийских играх в Токио выступил за сборную Белоруссии по вольной борьбе. Тогда в финале веса до 74 килограммов он уступил россиянину Заурбеку Сидакову.